Ебать, стою на око, не хватает, сука, злости. Приехали солдаты. 5,5 АМГ, блядь, понты, блядь. Этот GL, блядь, старый. Мигалка, кино, блядь. Че какой-то конь, блядь. Вылезли чуваки, блядь, с тёлками, блядь. Пацаны, когда это кончится, блядь? Вы что, ёбу дались, блядь? Там, сука, люди гибнут. Вы тут это кино крутите, блядь. Кому, блядь, ты на этом АМГ воюешь? Где ты, сука, воюешь? Ты, сука, блядь, голова, блядь. Просто стоишь, блядь, тут, блядь, как-то, немая слов, нахуй, блядь. Это просто пиздец, блядь. Если увидел бы кто-то, блядь, пацаны с передка, что тут, сука, происходит, нахуй, они бы, нахуй, автоматы побросали. Кто-то, сука, гибнет, да кто-то тут, сука, на джерях с кобылами ездит. Это просто пиздец. Просто пиздец, блядь. Ну что это за кино, блядь? А что делать, если вы шли по лесу и нечаянно нашли лепесток? Ох, нахуй, блядь! На место прибыли сейчас саперы и убирают противопехотные мины самым надежным, хотя и небезопасным способом. Ну, ребята в полном комплекте защиты. Главное чистить проезжую часть. Уже работают. Аккуратно, идите сюда, Оля. Да спокойно, спокойно. Ой, 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 ой. Давай сюда, сюда, сюда. Не надо было налево идти. Давай, спокойно, спокойно. Спокойно. Артем отчасти от этой хуйни. Мины обозначают предметами. То есть мы видим, что на дороге, чтобы и пешеход. Бля, ну я не знаю, как. Так, смотрите, есть проблема. Точнее, не проблема, а вам нужно это знать. КПФМ 1С. Мы нашли кассетный заряд, часть оболочки. КПФМ 1С. Стало быть, у них есть самоликвидатор. В какой-то момент все эти мины просто взорвутся, которые вот там лежат. Вопрос, в какой момент? Мимо них будет проходить сотрудник МЧС? Вот здесь. Взрываются колеса. Вот такие вот мины лепестки.
Их очень тяжело заметить из машины, но в принципе их и на асфальте тяжело заметить в темноте, когда не знаешь, как они выглядят.